Доброе утро, Геннадий. Да. Доброе утро, дорогие друзья. Музыкальная пятница, как обычно, традиционно на телеканале «Южный регион». Дон стартует прямо сейчас. Продолжается. Уже вот-вот, уже финиш близится практически рукой. Можно достать до финала фестиваля живого звука, рок-музыки R&D Live 2014. И, конечно же, у нас в гостях... традиционно. Представители. Представители, да, постоянные представители и временные представители этого фестиваля. Александр Поляков, доброе утро. Доброе утро. Сейчас расскажете поподробнее, кого привели в этот раз. Как там фестиваль? Когда отлично, у нас фестиваль. Финал? Финал состоится 30 ноября, в воскресенье, как обычно, в 6 вечера. Не пропустите. Не пропустите финал. Самые сильные, самые лучшие, наверное, из тех, кто подал заявки. Рассказывайте, кто в гостях у нас сегодня. Сегодня в гостях группа 27 уровень. Они являются организаторами R&D Battle. Это фестиваль рэп-исполнителей. Финал состоится вот 16 числа, в воскресенье. Слово Илье. Здрасте. Доброе утро. Ну, сразу скажу, у нас в гостях Ильян. Это сценический псевдоним, насколько мне известно. Представляйте группу, рассказывайте. Ну, попозже чуть-чуть. Кто пообщаемся, есть кто? Да. Кто есть кто? Ну, кто есть кто? На речитативе автор текстов и лидер команды. Это я в моем лице представлен, этот человек. Станислав Брук, музыкант, композитор, голос группы 27 уровень. Он поет замечательно. Мы всегда гордимся его вокалом, когда получается вставлять его в песни. Сергей Мельниченко. Мы его называем Сэм, это его сценическое имя, бас-гитара, композитор группы. Практически все песни этого года были написаны с его подачи, с его идей. И Владимир Парьев, опытный барабанщик, профессиональный звукорежиссер, вот, у нас на ударных. Всем доброе утро. Привет. Вы участвуете в фестивале? Мы организуем фестивали. Мы вместе вот с Сашей Поляком занимаемся именно организацией фестиваля. Вся команда работает над созданием этого проекта. Ну и непосредственно во время фестиваля каждый из нас выполняет определенную задачу. Отлично, поговорим об этом чуть попозже. Саша, что ты не весел этим утром? Такое прекрасное, замечательное музыкальное утро. Ну да, сейчас музыка начнется и будет веселее. И будет веселее. Я, кстати, хочу сказать, что Ильян, он похож одновременно и на Сашу, и на Джейсона. Сразу на двоих. Сразу. 15-й раз. Да, я юбилейный. Прекрасно. Ну, напомню нашим телезрителям, что в Ростове вот с 15 сентября, да, если с 13-го даже. 13 сентября проходил фестиваль живого звука R&D Live 2014. Каждую пятницу у нас в гостях представители этого фестиваля, какая-нибудь группа зажигает ваше утро, и мы с удовольствием зажигаем вместе с ними. Если вы вдруг пропускаете это событие, то не пропускайте. Каким-то образом, то всегда можно зайти на телеканал «Утро Дон» в Ютубе или на в группы, да, правильно? Или в группы в социальных сетях, либо в нашу, либо в группу фестивалей, посмотреть программы с группами их выступления. Также, если у вас вдруг по каким-то причинам нет телевизора или нет изображения на телевизоре, и вы вынуждены слушать, то можно всегда включить радио. По пятницам в 20 часов 30 минут. Радио Ростова 101,6. Вот такая вот волна. И там прослушать композиции наших ростовских музыкантов. С другой стороны, если у вас нет телевизора, вы и не услышали эту информацию. Но тем не менее. Изображение сломался. Тем не менее, да. Только звук. Друзья, буквально через несколько минут мы с вами сможем уже не на словах, а на деле посмотреть, послушать творчество этой замечательной группы. 27 уровень. Уровень, на всякий случай напоминаю. Ну а пока прервемся на курс валюты, прогноз погоды. Саша. С Сашей попрощаемся, он пойдет творить. Чудо. Творить добро. Со звуком, да. Ну, а с вами увидимся буквально через несколько минут. Напоминаю, друзья, что у нас в гостях сегодня группа 27 уровень. Мы буквально через несколько мгновений почувствуем себя на 27-м, как не любят Ильян говорить, этаже. Бывает, что путаю. Да, вообще, почему название такое, 27 уровень? Что в смысл, какой в этом названии? Мастерство. То есть буквально через некоторое время группа поменяет название на 28-й уровень. А вы... Мы на 25-м еще. А, вы на 25-м. На 27-го нужно... еще чуть-чуть дотянуть надо. Я поняла. Когда организовалась группа? Ну, вообще, дата организации
группы «27 уровень», официальное название, это 2002 год. Мы с Алексеем Ганжером читали рэп, выпускали альбомы, а с живым звуком работать начали в 2011. Через пару лет Алексей вышел из состава группы, ну, зато сформировался уверенный, серьезный коллектив. Есть вопросы? У меня всегда есть вопросы. Давай, это что-то у меня закончились как-то внезапно. Дело в том, что в вашей музыке, насколько мне стало понятно, да, еще я не успела услышать, что сочетается и рэп, и вокал. Ну да, это такая была интересная история. Один мой друг еще в юности, я любил рэп, он любил рок, и, ну, мы были друзьями, соседями, и он сказал, ему задал вопрос, говорю, можно ли совместить рэп-музыку и рок-музыку, чтобы всем нравилось. Он сказал, что это просто невозможно. Но тоже в течение 3 лет вместе со своей личной командой я доказываю обратное. И, в общем, этот людям нравится. Этот сосед был Майк Шинода, наверное, который... Ну, ты-то не знаешь. Кто это? Никто не знает такое. Я знаю группу 27 уровень. И предлагаю прямо сейчас... Вот, молодец, спасибо тебе. Доказать прямо сейчас нашим телезрителям, что это возможно. С удовольствием. Как будет называться первая песня, которую сейчас исполнили? Алло, привет. Первая песня, песня приветствия. Доброе утро, алло, привет. На приеме, как всегда, через разговоры издалека, вместе даже в разных городах. Привет, ну как ты там? На связи, на приеме, как всегда, через разговоры издалека, вместе даже в разных городах. Каждый день мы сажаем телефоны в ноль, каждый день обсуждаем мы любовь и боль, каждый день на расстоянии, но близки, не замечая времени, что улетает на звонки. У тебя своя судьба, у меня своя судьба, у тебя работа, дом, у меня по городам. Надо что-то делать, чтобы чаще вместе быть. Хочется, но колется эту жизнь переменить. Каждый день я смотрю в небеса, зная, что туда же смотрят иногда твои глаза. Говорила по ночам, хочешь петь на луну? Скажи, когда, чтобы этот миг не оставлять тебя одну? Каждый день между забот и рутинных дел мы находим миллиарды общих интересных тем. Это наркотик, и я точно на него подсел. Готов звонить, даже выходя на расстрел. Алло, привет, как ты там? На связи, на приеме, как всегда, через разговоры издалека, вместе даже в разных городах. Привет, ну как ты там? На связи, на приеме, как всегда, через разговоры издалека, вместе даже в разных городах. Каждый день ждать звонка и не дышать, каждый день потоком мыслей своих играть, каждый день думать о тебе и вспоминать. Все так просто, если не придется жизнь менять. Еле слышно, сердца бьются в унисон, пока двое ведут телефонный разговор. Каждый день держа образ твой в голове, отключить ноты минора и мажора в себе. Если бы кто знал, как становится легко, когда просто забываю в разговоре, как мы далеко, закрыв глаза, чувствую твое тепло. Если думать об одном, каждый день свое кино. Кто-то скажет, глупо каждый день на это время тратить, ведь такого счастья просто не понять им. Не заменит разговор теплых искренних объятий, но я звоню опять, чтобы без тебя не спятить. Алло, привет, как ты там? На связи, на приеме, как всегда, через разговоры издалека, вместе даже в разных городах. Привет, ну как ты там? Связи на приеме, как всегда, через разговоры издалека, вместе даже в разных городах. Главное держаться. Спасибо. Держаться, главное. Не могу. Я вот, правда, грустная, серьезно, грустная песня. Я не знаю, как бы, вот, я забегу вперед, может быть, это лирика полностью. У вас все такое или это одна песня просто? У нас около 40 песен, и из них
ну, где-то примерно по 8 штук. Лирика, веселая, кочевая, лирика, ну, всякое есть. В общем, то есть, если кто-то подумал сейчас, что, а, у ребят все такое грустненькое, то глубоко ошибаются. Нет, да? Вот у этой песни есть две аранжировки. Одна веселая, достаточно танцевальная, с диджейской аранжировкой. Стас прописывал синтезаторы туда, она очень позитивная, мы ее раньше пели. А в этом году мы ее сделали, вот специально для знакомства с Александром Поляковым, как с продюсером, готовили концерты, сделали новую аранжировку именно в лирической форме. А так она была такой веселенькой, позитивной достаточно. Вообще, тексты песен создаются вот под каким-то из своего личного опыта или берутся мотивы из каких-то там, ну, произведений? Все песни, это уже особенность у каждого поэта-песенника, своя особенность, как он пишет, как он вдохновляется. Ну, меня девочки вдохновляют, подружки. Это же прекрасно. Все песни практически, ну, все это на живых ощущениях, приходится это все пережить, потом выплеснуть. Ну, тогда и получается что-то красивое. По-моему, это прекрасно. Женщины созданы для того, чтобы быть музами. У меня после разговора о женщинах стандартный такой вопрос, я постоянно его задаю, вот, но я не в том смысле. И она, кстати, не в том смысле. Вот, у меня такой вопрос, вот вы репетируете же, правильно? Есть у вас место, где вы репетируете вообще? Как это происходит? Я имею в виду, насколько сложно сейчас вот найти в группе место, тем более, что группы там много, как оказалось. Да не сложно найти место совершенно. Ну, мы репетируем, так как у нас Станислав и Вова работают профессионально в музыкальной сфере, мы репетируем, соответственно, на их работе у нас репетиционная точка, студия. А в ближайшее время, сейчас вот заканчиваем студию Records, Саша ее заканчивает, и мы перебираемся к нему в студию, чтобы уже репетировать, как говорится, на сцене, пусть на маленькой, но на сцене, уже с готовым все, аппаратом хорошим. Ну, это вот буквально через месяц уже надеемся, что все закончится, и будем уже репетировать в центре города на студии iRecords. Напомню, что лейбл iRecords является организатором фестиваля R&D Live 2014, и, собственно говоря, и будет выпускать альбом победителя. Да, это приз победителю, это выпуск непосредственно альбома, запись альбома, чего желаем всем, несмотря на то, что победитель все-таки будет один, желаем всем, конечно же, участникам фестиваля. Буквально через пару минут мы продолжим и общение, и, конечно же, продолжим наслаждаться творчеством группы 27 уровень, но это будет буквально через пару мгновений. Отличная атмосфера, живой потрясающий звук и лучшие рок-музыканты Ростова-на-Дону и области. Это второй полуфинал фестиваля R&D Live. Семь групп, более 40 артистов и целый зал любителей рока. Все они собрались в одном месте, чтобы наконец-то узнать, кто пройдет в финал и получит главный приз – профессиональную запись альбома. В каком вы стиле играете и почему вообще выбрали этот стиль? С чем это связано? Играем в стиле Modern Metal. Стиль, почему именно этот стиль? Потому что стиль довольно универсален. Можно, скажем так, играть музыку немного разных направлений, смешивать их в одном треке. В общем, не заковываться в рамки и делать то, что нравится. Все-таки интересно посоревноваться с другими группами, посмотреть, что они могут, что они играют, какие они несут ценности, может, там какие-то, да, определенные, как бы, своей музыке. Рок — это не соревнование, в конце концов. Мы не меряемся длиной струн и шириной гитар. Мы играем музыку. Интересная подача, мощный звук и потрясающий вокал. На фестивале R&D Live собрались абсолютно разные музыканты, и все они готовы бороться за право стать лучшими на юге России. Первые две-три песенки «Раскачка», не знаю, как у остальных, но, скорее всего, так же, да? А потом, когда оканчивается концерт, ну, обычно мы играем, ну, не меньше полутора часов сольник, а то и два, да? Вот, выходишь со сцены, блин, и хочется еще такой же концерт отыграть, так что силы есть, поэтому... А я хочу вот что сказать, что муравейник нас много, а вместе мы сила. Понятно, вот. Ну и самое главное, мы заряжаемся от наших зрителей. Ребят, спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете, мы вас любим. Сегодня выступает, мне кажется, очень хорошая группа, так как это полуфинал. Но на финале будут вообще самые крутые группы, так что ждем всех сюда. Ну что ж,
По итогам нескольких этапов конкурса жюри определили финалистов рок-фестиваля R&D Live. Это группы BSP, Just Plain Radio, Облако Зебры, МК-60, Авокадо, Муравейник, Богус и Арт Клиника. Уже 30 ноября мы наконец-то узнаем, кто получит главный приз – профессиональную запись альбома. Не пропустите! Кстати, о птичках, так скажем. Рок-фестиваль R&D Live 2014 не единственный фестиваль, который сейчас проходит в Ростове-на-Дону, организованный Рекорд. Музыкальный, да. Именно так, да. Саша уже говорил об этом, что вот 16 числа воскресенья в 6 часов вечера в клубе «Стереобаза» состоится финал фестиваля R&D Battle 2014. Фестиваль проходит уже второй год подряд. Но в том году мы его организовали сами, так просто хотя бы, скажем, шутки ради. Хотели посмотреть, кто из молодых рэперов что из себя может показать. Ну, думали, проведем пару отборочных, сделаем там призом у себя на студии запись, поможем чем-то, чем сможем ребятам, дадим раскрыться. А получилось так, что заявок больше 100. Мы их распределяем на 5 отборочных туров. Дошутились, да. 5 отборочных туров, полуфинал. В полуфинале я понимаю, что заведение, которое маленькое, мы выбрали, его мало. И мы в большое заведение, и финал, там, 250 гостей. Ничего себе. 17 команд. Феерический такой вообще, это был шок просто. И вот так и получилось, что когда познакомились с Александром Поляковым, возник вопрос, как бы нам посмотреть, какие команды. Я говорю, да, уже по обкатанной схеме фестиваль. Хорошая идея, все сделали, реализовали, и поэтому проходит у нас параллельно прошли фестиваль живой музыки и фестиваль рэп-фестиваль R&D Battle. Ну и вот сейчас уже финал 16-го, это воскресенье получается. Самородки открылись, появились какие-то? Да, причем самое удивительное, что по сравнению с прошлым годом, во-первых, группы намного сильнее, исполнители намного, вот прям, и 80% новых. То есть Правда? В том году 100 команд, из них всего лишь команд 20, которые заявились в этом году. Ну, кто заявился, кто у нас победители, так, гостями были, дополнительно выступали. Вот и завтра тоже будет, а второе, третье место приедут из Донецка ребята, тех, кто в том году заняли. Вот только хотел сказать, только Ростовская область? Ростовская область, Краснодарский край участвует. Но мы в Краснодаре мы отдельно проводили осенью прошлого года, вот ровно год назад, как раз, когда мы закончили. Ездили каждый раз в воскресенье, раз в неделю по воскресеньям, ездили в Краснодар, тоже провели R&D Battle в Краснодаре. Вот. Ну, попробовали, было интересно, но все-таки в своем городе это полегче делать. Вот я сейчас подумал, хорошо, что вот группа включает в себя и роковое, и рэповое направление, скажем так, да, и рок, и рэп. Потому что, когда задаешь вопрос рэперу, что круче, рэп или рок, он скажет, конечно же, рэп. А рокеру, вот мне интересно, я не буду спрашивать, что круче, конечно же. Мне интересно, вот фестиваль, и сейчас проходит и рэпа, и рока. Вот, может быть, исходя из того, что вы видите, может быть, зная статистику какую-то, скажите, вот кому сейчас сложнее и с кем сложнее, скажем так, работать? Вот все-таки рэп или рок? Что сейчас находится на подъеме, что немножко как-то заглохло? Или вообще ситуация? Честно, я бы сказал, все в равной степени развивается. Ну, просто у рэп-исполнителей свои особенности. Это контингент людей, ну, скажем, до 25 лет. То есть от 16 до 25 лет – это те, кому интересен рэп. А контингент людей, которым интересна живая музыка, ценители живой музыки – это все-таки от 20 и до предела нету. Вот, потому что живая музыка – это живая музыка, это более серьезные коллективы, много взрослых коллективов, уже опытных, которые есть команды, участвующие в R&D Live 17 лет коллективу, 10 лет. Вот. Рэп-исполнители, ну, все-таки они молодежь, в основном молодежь. Такие, кто в рэпе кто много лет занимается, довольно легко пробиться, получается. Ну, может быть, не в Ростове это было до нынешнего момента, а в Москву можно было попасть, пробиться. Вот, ну, или чаще всего, как происходит и показывает практика, чаще всего просто рэпера, много лет занимаясь рэпом, перестают им заниматься. Ну, все уже, хватит уже детства. На кухне просто читают рэп. Ну, да. Либо вырастают, либо перестают. Это одно из двух. А живая музыка – это на много лет. Через несколько минут мы убедимся в том, что и то, и другое хорошо, причем в одном непосредственном коллективе, 27 уровень у нас сегодня в гостях. А пока прервемся на пару мгновений на рекламу. По 27 уровень у нас сегодня в гостях. Мы мгновениями ранее говорили о совмещении таких жанров, как рэп и рок. И вот прямо сейчас я так понял, что вы готовы нам показать, как оно есть на самом деле. Один из ярких примеров. Как называется будет песня сейчас? Песня «Глубина». «Глубина». Ну, про глубину отношений.
засыпать вечерами одна. Боится, что затянет воспоминания туман. И в этих снах снова вернется туда, где начинали с нуля, с самого дна. Она боится засыпать вечерами одна. Боится, что затянет воспоминаний туман. И в этих снах снова вернется туда, где начинали с нуля. Как мало времени порой мы уделяем тем, кто дарит нам покой и радость новых перемен. Но это жизнь как плен, работа в пару смен, поездки по стране, карьера ветром, парус мне. И в этой суете любовь, как во сне, а дома ждет твоим теплом согретая постель. И оттого милее всех случайных встреч тепло руки, снимающей усталость с плеч. Я утопаю в океане глаз твоих, рисую в облаках парусник для нас двоих. Когда придет тот миг, качаясь на волнах, ты скажешь: посмотри, под нами глубина. Под нами глубина. Под нами глубина. Под нами глубина. Когда на небе тучи, на глубине покоя, и может лучше нам окунуться вновь с тобой. Где родилась любовь, где строили мечты, скрываясь от ветров под тоннами воды. Сложнее всего пройти сквозь штормы, грозы, держаться вместе, порою вытирая слезы своей рукой. Я крепко обниму тебя, чтобы не развело по разным бортам корабля. Я утопаю в океане глаз твоих, рисую в облаках парусник для нас двоих. Когда придет тот миг, качаясь на волнах, ты скажешь: посмотри, под нами глубина. Под нами глубина. Под нами глубина. Под нами глубина. За руки снова вернемся туда, где начинали с нуля, с самого дна. С самого дна. Группа 27 уровень про глубину отношений, как ты справил, Лена, раньше. Ну, мы, собственно говоря, другого не подумали бы. Помним, что все пишите после общения с девушками. Какая же тут еще глубина может быть? По традиции, да. Мы должны отвлечься и рассказать вам и нашим дорогим телезрителям о событиях этого дня, которые обязательно нужно знать. Сейчас вдруг еще послушаем, песня какая-то родится. Послушаем чуть-чуть Алину, сейчас узнаем, что там произошло интересного. Сегодня 14 ноября во всем мире отмечается День борьбы с диабетом. Дорогие друзья, в нашей области проходят всевозможные консультации по этому поводу, бесплатные, в течение недели они проходили, еще наверняка будут проходить. Будьте здоровы, живите богато. А также в этот день отмечается День
День социолога. И мы поздравляем всех социологов с их профессиональным праздником. И даже пусть он не является официальным, но неофициально, все равно сегодня все будут отмечать. С праздником, дорогие социологи. В этот день, 14 ноября в 1901 году, венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы – А, Б и нулевая. Ну, у нас четыре группы крови, еще есть группа А, Б, или четвертая, как мы привыкли ее назвать, самая молодая группа крови, и произошло это позже, уже после этого разделения. В этот же день, но в 1903 году, в Голландии был изобретен электрокардиограф. Чтобы измерить кардиограмму, нужно было засунуть одну ногу в таз, две руки в ведра, и так только таким образом вы бы получили вот эту непонятную бумагу с кучей разных волн на ней. В 1936 году, 14 ноября, на базе Центрального бюро погоды был образован Центральный институт погоды. Спасибо нашим дорогим метеорологам за то, что они не так часто ошибаются в прогнозе погоды, как могли бы, да. В этот день, в 1952 году, в английской газете New Musical Express был опубликован первый список наиболее продаваемых синглов. Прежде чем продолжу, я хотел сказать о том, что ты мне за это не платишь. Получается, я действую себе как, веду себя как раб, получается, у тебя есть раб. Разбавить решил немножко. Прекрасно. Такая новость этим утром. В 1960 году была образована ОПЕК, организация стран-экспортеров нефти. Кстати, очень важная для нас сейчас организация, это зависит в ближайшем времени от их решений цены на наш бензин, а значит и цены на продукты. И перейдем к именинникам недели, точнее даже этого дня. Музыкальную такую подборку я сделала специально для вас. Дмитрий Дибров, наш соотечественник, сегодня празднует свой день рождения. Музыкант, журналист, телеведущий. Рассказывает он нам всегда: да что ты спешишь? Ну вот ты все испортил. Я же хотела подвести. Сюрприза не получилось. В любом случае, с днем рождения, Дмитрий. А спроси, Лолита Милявская сегодня празднует свой день рождения. Эстрадная певица, актриса, телеведущая и режиссер. Получила ТЭФИ в свое время за свою программу «Без комплексов». И в заключении списка именинников сегодняшнего дня, можно и так назвать, Светлана Сурганова также празднует сегодня свой день рождения. Музыкант, поэт и композитор, солистка и основатель группы «Сурганова и оркестр». Она прекрасно играет на скрипке. Ну, в любом случае, смотрите наш канал, и вы сможете в этом убедиться в наших музыкальных паузах. Ну и именинники этого дня – это Александр, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Петр и Ульяна. Пусть всегда ангелы-хранители будут с вами рядом, дорогие. Все. Наши именинники. Долой рабство, свержен только что рабовладелец. У нас в гостях группа 27 уровень, друзья, если вдруг вы подзабыли. Хотя кто ж тут забудет-то? Предлагаю прямо сейчас еще одну песенку услышать. Что будет на этот раз? Песенка, когда не уважает песню. Что на этот раз будет у нас? Продолжим тему отношений. Песня будет называться «Глаза в глаза». Давайте. Со стихами о любви, но что поделать, если только так способен я ее любить. Смотреть быть рядом, пересекаясь взглядом, не говорить о главном, да и не надо. И все понятно, если прямиком глаза в глаза. И так приятно быть на грани, вперед-назад. По лезвию ножа, то я к ней, то она ко мне. Однажды мы сорвемся, утонем вместе в глубине. Где-то на дне отрыв, порогом чувств прорыв. В объятиях забудем этот жесткий мир, как миг. Сомнением не будем отдаваться ни на миг. Разделим, поцелуем одно дыхание на двоих. Всплывем, забудем, давай, не будем. Холодный взгляд вдаль, теперь страшнее пули. Что скажут люди, но кто сказал, что так нельзя? Она сказала, не влюбись, ведь мы друзья. Просто посмотри в глаза. Ты просто посмотри в глаза. Не надо ни порт, ни домой, ни до ссору. Сердце и мозг.
мозгов бесконечный спор. Игры на нервах — это безумный спорт. Меняя дружбу на любовь, меняя аккорд. Не надо ни порт, ни доводи до ссор. Сердца и мозгов бесконечный спор. Игры на нервах — это безумный спорт. Меняя дружбу на любовь, меняя аккорд. Она сказала, он другой, он не такой, как все. В его глазах печальный блеск, прям идеал совсем. В ответ лишь смех, правда? Ну что за бред? Тебе не 10 лет, ты знаешь точно, идеальных нет. И вот теперь меня пронзает ее взгляд опять. Зачем терпеть? Она срывается, давай кричать. Все потому, что разрушаю этот идеальный мир своим сарказмом, вообще присутствием своим. Зачем пришла, как друг, глаза в глаза? А вдруг одно касание рук, искра и сердца стук. Замри, замри, опять на глубину. Горят огни, а мы не можем не тонуть. Всплывем, забудем, давай не будем. Опять холодный взгляд, опять страшнее пули. И пусть мы оба понимаем, что так нельзя. Сжигает страсть дотла, но ведь мы друзья. Посмотри в глаза. Не надо ни порт, ни доводи до ссор. Сердце и мозгов бесконечный спор. Игры на нервах — это безумный спорт. Меняя дружбу на любовь, меняя аккорд. Не надо ни порт, ни доводи до ссор. Сердце и мозгов бесконечный спор. Игры на нервах — это безумный спорт. Меняя дружбу на любовь, меняя аккорд. Меняя аккорд. Меняя аккорд. Меняя аккорд. Меняя аккорд. Ты просто посмотри в глаза. Друзья, ну вот чем больше слышу, тем меньше вопросов мне остается, потому что все практически в текстах открывается. В принципе, все-таки вопросы есть. Давай, малюсенький, потом небольшой у нас будет маленький перерыв. Выступления часто у вас бывают на площадках Ростова? Ну, достаточно редко. Достаточно редко. Да. За пределами Ростова? Мы вообще редко стараемся выступать, потому что вот за 3 года, это довольно маленький срок для группы живой музыкой, чтобы сформировать свой стиль, сформировать свой образ, чтобы это было достойное творчество. И выступаем редко. Но метко. Метко, да, потому что каждый раз, когда выступаем, зал заполняется. Люди ждут с нетерпением и получают, когда приходят. В любом случае, когда в следующий раз 27 уровень соберется выступать, обязательно вы об этом узнаете из нашей афиши, которая каждую пятницу у нас проходит на нашем телеканале. И сейчас, кстати, она же афиша. Поговорили про выступления, которые бывали ранее. Что ближайшее у вас? Какое выступление? Вот где? Как раз на финале рэп-фестиваля мы откроем финал, как организаторы, откроем его своим выступлением, зададим хороший темп, чтобы участники потом продолжали это дело. 16 ноября где это будет? 16 ноября, клуб «Стереобаза», это в центре города, Островского, 22. Время? 18:00. Все, начало. Хватит, потому что нам достаточно, чтобы уже отправиться. Да давайте еще что-нибудь сейчас споете. Давайте хорошую песенку, которая называется... Задайте тон этому дню. «Ты останешься здесь». Сердце, ты останешься здесь, занимать это место,
ты останешься здесь, отпечатком на сердце. Ты останешься здесь, занимать это место. Свободный вечер, ничто не предвещало встречи. И я по городу катаюсь, а делать нечего, беспечно отдыхаю, смотрю по сторонам. И вот по встречке в платье клетчатом идет она, совсем одна. Печаль в глазах видна, и чья вина, что загулялась до темна, ночь холодна. Конечно, подвезу, да ладно, не плачь, возьми салфетку, сотри слезу. И тут ее пробило на всплеск эмоций. Она так долго говорила о том, кто бросил, о том, кто обманул, встречаясь с ней. Гулял с другой, рыдала на моем плече, выплескивая боль. Лишь через пару часов за чашкой кофе болтали спокойно, не замечая, как время уходит. А вместо цифр на салфетке написала слова: если судьба нас сведет нас сама. Ты останешься здесь, отпечатком на сердце. Ты останешься здесь, занимать это место. Ты останешься здесь, отпечатком на сердце. Ты останешься здесь, занимать это место. Проснулся утром с именем ее на устах. Как же глупо расставаться просто так. В мыслях пустота, где теперь искать? И сердце бьется так, ты на душе тоска. Еще записка та, если судьба целый месяц так, не зная покоя и сна. И вроде бы пустяк, отвлечься как-нибудь. На выходных с друзьями просто поехали в клуб. Но выходя из машины, я замер на миг. Среди людей других ее лик возник. Рядом какой-то тип, рука на талии. И вот смотрю на них, как в тумане я. Обменялись взглядом, стало все понятно. Она снова с ним, и не просто рядом. И слов не надо, когда опустила глаза. По щеке покатилась слеза. Ты останешься здесь, отпечатком на сердце. Ты останешься здесь, занимать это место. Ты останешься здесь, отпечатком на сердце. Ты останешься здесь, занимать это место. Останешься здесь, ты 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 останешься здесь. Люблю пятницу, друзья. Музыкальная пятница, 27 уровень. Через несколько мгновений продолжим. Реклама. В гостях у нас группа 27 уровень. Уже, в принципе, уже как бы все понятно, что я не фанат, но уже пойду на концерты. Что 16 ноября, 16 ноября пойду, потому что сейчас поймают меня на слове. Скажут, а я поймаю тебя. Сейчас я поймаю тебя. Его на слове. Его не сдали. Алло, где ты, парень? 16 ноября ты пойдешь на концерт. И будет замечательно, потому что очень много интересных коллективов ростовских. Да и не только ростовских, вот как мы выясняем, из разных ближайших регионов приезжают к нам, чтобы выступить на наших сценах и показать свое мастерство, что не может не радовать. Что-то хотела такое спросить интересное. А вы меня своей лирической вот этой вот музыкой сбили, прям я так в мысли свои уплыла. Вы это прекращайте, бросьте это, да, вот так примерно. Начала думать о чем-то таком очень серьезном, не на утренние темы. Когда вы играете, собираетесь, репетируете, да? У вас происходят какие-то конфликты с по поводу текстов или аранжировки? Вот бывает такое, что прям, палочки летят? Как у настоящей творческой команды, оттуда летят палочки, отсюда летит микрофон, оттуда бас-гитара где-то машет. Правда? Всякое бывает, это творческий процесс, это всегда потрясающе. Ну, честно сказать, последнее время вот просто феерия идет, чтобы так и было. Вот феерия идет, как не соберемся, Сережа приносит у меня новая идея. И понеслось. И пишем новую песню. И вот буквально 4 подряд репетиции, и каждый раз новая песня. Это либо аранжировка, либо песня. Да, работаем. Ну, уже сработались мы
как собрались в один плотный коллектив, понимаем друг друга с полуслова. А палочки — это так, чисто разрядка обстановки. А еще бывает, музыканты начинают веселиться, тарабанить что-нибудь совсем безумное, рок-н-ролльное. Повеселимся — за дело. И понеслось. Мы тоже веселимся очень часто, особенно когда к нам приходят такие замечательные группы, но когда надо, вот когда, особенно когда информация поступает, мы сразу за дело. Друзья, гороскоп у нас прямо сейчас. Неумолимо, друзья, просто время летит вперед. Уже совсем скоро финал программы сегодняшнего выпуска утренний телеканал Ростовской области. Финал конкурса РНД Баттл 16 ноября в 18.00 в клубе «Стереобаза». А потом еще быстрее финал фестиваля живой музыки РНД Лайв 2014. Потом Новый год, в общем, столько всего. 27 уровень у нас в гостях. Группа, которая уже покорила всех. Я уверен, что покорять будут далее. Ну, не будем никакие вопросы задать. Подумали. Я думаю, что у вас не только же лирические, да, такие грустные. Есть же что-нибудь много, веселое? Много в репертуаре. Хотите повеселиться — повеселимся. Ну давайте в завершение. Давайте мы попрощаемся, друзья, да. До понедельника, нет, до вторника. До вторника. До вторника в 6 утра здесь же будем с вами. Оставляем вас и нас вместе с 27 уровнем. Поехали. Поехали. Я вспоминаю те времена. Мы убивали день ото дня в хлам и не знали, что может быть нормальный план. Что может быть, время не проходит зря. Быть может, улыбка — это вспышка огня. Зажженные свечи в полумраке, танцующие блики, мнимые страхи. Кто-то, чтобы не палиться, включит биток, чтобы снова на лицах мелькал восторг. Возможно, эта музыка влияет лучше, когда вокруг атмосфера дымогущая. В маленькой компании веселья ради можно устроить любое время пати. Да хоть каждый день всего один грамм поднимает настроение друзьям. Это то, что поднимает настроение. Это то, что вызывает смех и веселье. Утром и вечером, да и вообще в любое время. Это музыка, от которой я балдею. А без этого как-то скучно и тоскливо. Уставший на работе, идешь домой уныло. Улица, подъезд, квартира, все как всегда. В ванной мыло, на кухне еда. Да, это так, но есть средство одно. О нем знают рок-звезды, звезды кино. Они называют это реальным огнем. Когда всех зажигают и ночью, и днем. Им легко снимать кадры за кадром, нам легко писать трек за треком, вам легко понять смысл песни. Это то, что держит всех вместе. И что же это? Все ждут прямого ответа. Хочешь знать? Пойдем со мной на рассвете. Там, на границе между светом и тенью, музыка, от которой я балдею. Это то, что поднимает настроение. Это то, что вызывает смех и веселье. Утром и вечером, да и вообще в любое время. Это музыка, от которой я балдею. Соло! Теперь все вместе! Это то, что поднимает настроение.
Это то, что вызывает смех и веселье. Утром и вечером, да и вообще в любое время. Это музыка, от которой я балдею. Yeah. Это то, что поднимает настроение. Это то, что вызывает смех и веселье. Утром и вечером, да и вообще в любом.